Мы обычно, смотри, вот мы занимаемся тем, что помогаем в основном IT-компаниям. Они активно выходят на американский рынок. То есть мы берем 1500 долларов за поиск человека. То есть мы даем рекламу, они приходят в наш офис, мы там с них собеседуем и даем уже, ну, как готовые какие-то решения. То есть там 10 человек можем выдать тех, кому это интересно. Вот так. Окей, я поняла. То есть это... Ну, это вот пришло 30 человек, из них 20 мы отбраковали, да, там 10 нормальных и даем вам на собеседование. Вы уже с ними общаетесь, а дальше уже берете вы их, не берете, это как бы ваше решение. Я поняла. Окей, но это люди, которые конкретно ищут работу, да? Это люди, которые ищут работу по вашим критериям. То есть мы с этих 1500 долларов мы потратимся на рекламу, мы дадим рекламу активную. Ну и придет, вот человек 30, наверное, придет. Ну, как показывает практика. Вот. Ну, от 20 до 30 человек приходит примерно. За месяц-два, вот так. И после Это этого. любой штат или Это любой штат, мы даем рекламу везде, по всей Америке. Но большинство людей, конечно, из Нью-Йорка, потому что здесь больше всего просто иммигрантов и больше всего, кто говорит на русском языке. Нью-Йорк, Флорида, Калифорния. Иллинойс, это, наверное, четыре штата, которые такие вот самые русско населенные. Ну, это может быть любая национальность, там украинец, белорус, но просто люди, говорящие на русском языке. Я поняла, Но это хорошо. большая проблема найти даже в Америке толковых продавцов. Я сам мучаюсь, и у меня и высокие зарплаты, очень даже высокие, можно сказать, но не могу найти продавцов, это огромная проблема. Окей, я поняла. Хорошо, спасибо за Давайте, ответ. будут вопросы, я вам сейчас сброшу наш баннер вот для бизнеса. Ну, посмотрите, изучите, что мы делаем. Мы и счета в зарубежных банках открываем, ну, американских. Кредитование, инвестиции, иммиграция, социальная адаптация, все это мы делаем. Обращайтесь. Хорошо? Хорошо, да, Договорились. спасибо большое. Спасибо Все, вам. до связи, До до свидания. свидания.